Привет всем! У нас сегодня 4 ноября, где-то 9:30 утра. Наконец, уже посветлело так хорошо, как капитально. Мы выезжаем на работу и хочу заснять один такой рабочий день. И он же будет последний рабочий день вместе с нашей установкой. Уже не DOT, а OmniPower называется. Мы едем на ферму Gates Farms разбрасывать азот гранула. Ну, я вам поснимаю, вернее, мой оператор поснимает, как я там буду загружать, как я работаю, какие поломки будут. Чего еще такое? Ну, вы все увидите прекрасно сами. Я думаю, вам будет интересно посмотреть, как проходит обычный мой рабочий день. Да, надеюсь, без поломок пройдет. Ну, если даже будут, то покажу, какие. Потому что последние 2 недели... Я 2 раза менял уплотнительные кольца на гидравлических шлангах из-за того, что пришли холода. Холодный запуск, он, конечно, дает о себе знать. Течет масло, и у меня всегда в багажнике возилось гидравлическое масло А32. Где-то 18 литров, ну, такое ведро. И заодно мы сейчас будем ехать мимо Эрдри, заедем, глянем, что они там сделали, сколько нас не было. Дней 10 не было. А может, не, неделя. Ровно неделя у нас не было. Посмотрим, что там, чего и как. Погнали. Сейчас быстренько покажу, что сейчас построилось при въезде в наш райончик. Тут слева строится новый район. Дома, как всегда, из и палок. Ну, такое уютно теперь становится. И это буквально произошло за полгода. Туда дальше на парк пошла дорожка. Туда еще один район уже рекламируют по телевизору. И у нас постелили новый асфальт. Он заканчивается возле нашего дома. Потому что там еще не закончилась стройка. Несколько домов вместе с нашим достраивается. В общем, крышу уже сделали. Видно. Положили. И сзади дек. Это веранда. Сейчас обойдем. Посмотрим. Так, очень влажно. Ребята внутри работают. И вот так дек выглядит. Это веранда. Очень высокая. Вот можно сравнить с соседями, да, насколько у них низкая. В этом большой плюс каком? Да, с одной стороны надо будет прыгать по ступенькам, а с другой стороны тут поставим дверцы такие, там стенкой зашьем, и будет чулан для хранения на улице всяких газонокосилки, лопата, я не знаю, ну все там шланги. Не надо будет во дворе строить домик такой маленький, как вот, и он будет занимать место. Подхоз, какие-то вещи. Само собой придумалось. В общем, классно. А, вот еще одни подступеньки. Еще одни опоры поставлены, забетонированы. Что-что? Это за распорт. Ну, я не знаю, это, наверное, просто держится пока. Потом она уберется однозначно. Да, материал очень дебелый, капитальный такой. Дерево хорошее. Нормально. Ну что, приехали мы на ферму. Сейчас где-то 10:15. На улице сегодня будет плюс 13, плюс где-то 14 на солнышке. Пошли, покажу, что я делаю изначально. То есть у нас DOT хранится, или OmniPower хранится здесь, в этом ангаре. То есть изначально я прогреваю его, как обычную технику. Тут у нас монитор Raven Viper 4+. Сейчас запустим систему, гидравлику, чтобы грелась
масло в системе подогревалось, а я открою пока ангар и поедем за remote control, за дистанционный пульс. Сейчас будет, конечно, такой звук, дин-дин-дин, но... Так, заехал я в этот ангарчик, ну как тут, мастерская, забрал наш remote control, на зарядку ставил его, это для Dota, для Omnipower. Вот мы совершенство, это уже третье поколение, ну как третье, это обычная антенна, но она ловит на дальнюю дистанцию, скажем так, ставлю на крышу на магнитике и управляем, контролируем. И также кабель, который не подошел на John Deere разбрасыватель. Надо будет сдать его спустя полтора месяца, когда мы купили это, чтобы в Канаде, вы понимали, через полтора месяца можно сдать назад и деньги получить, все нормально, если есть чек. Сдадим чуть позже его. Ну, насчет проекта с разбрасывателем не вышло. Почему не вышло? А потому что там стоит RAID контроллер, то есть контроллер, который отвечает за норму внесения. Не джондировский, а, к сожалению... не нью-лидеровский, а, к сожалению, джондировский. И поэтому мы не видим на виртуальном терминале отображения в кабине джондир-разбрасывателя, что происходит. В общем, так, я не буду вам в деталях рассказывать, вам скучно станет. В общем, не сработал этот проект, не выстрелил с джондир-разбрасывателем. Но в прошлую пятницу я ездил к новому фермеру. Подъехали, у нас сегодня 29 октября, к новому нашему фермеру, который хочет воспользоваться услугами нашего Dota. Это возле Red Deer находится. Потенциальный прогрессивный фермер наш. Значит, хотим соединить две сеялки. У него Seedmaster Ultra DSR, 60 футов ширина захвата, а у нас... Та же самая Ultra DSR, только 30 футов захвата, дотовская. То же самое междурядье, 15 дюймов. Хорошая кожаная фирма, такая красивая. Большая причем, возле самой трассы. А у него сеялка Seedmaster Ultra SR, 60 футов захвата, 15 дюймов row spacing, то есть междурядье. И она уже с Viper 4 плюс монитором, ну короче, идентично нашей, все работает так же, как и у нас, только что она агрегатируется с Case IH квадраком трактором. Это очень круто, потому что и мы в конце мая следующего года запустим проект, когда это уже 100%, потому что все для этого есть, я уже все проверил. Все кабели, все мониторы, для того, чтобы один оператор ехал в кабине квадрака и управлял своей сеялкой и роботизированной. Наша будет ездить по хедлайнсам, по обсевам, а обычная конвеншал будет ездить по AB lines, то есть прямые линии в центре поля. Мы это будем сеять то ли канолу рапс, то ли там, пшеницу, еще не решили. Но это уже точно будет. То есть фермер согласился, мы проверили его технику. Круто. Погнали теперь работать, разбрасывать азот. Так, следующее действие. Надо протереть дисплей. Вот так вот, ничего страшного. Включаю я remote control, то есть дистанционку. У нас есть другие антенны, такие длинные, большие. Ну, используем пока эту. Ну, не пока, а лучше эту. Так.
И сейчас я увеличу обороты из 900 до 15 тысяч, до 21 тысячи и буду выгонять дотно наружу. Слышно, звук такой появился. Поехали, нажимаю. Очень легко управлять, за 2 месяца учится любой студент. Пока я гоню дот, он мне из-за шума я не мог вам рассказать. Значит, почему мы прекращаем? Потому что на данном этапе разбрасывать азот в гранулах, потому что пришли морозы, очень сухая погода стоит. Морозы в каком плане? Ночью минус 7, минус 10. И фермер решил, все, останавливаемся и перенесем это на апрель 2022 года. То есть у нас еще где-то под наши проекты здесь, ну, 3-4 поля точно есть. Мы это сделаем уже весной. Так как это уже поле мы начали, я приехал сегодня, последний день рабочий, да, вносим с нормой 120 фунтов на акр. Операционная скорость. Можно вообще 13 миль в час, но я работаю 10,5 миль в час. На разворотах 4,5-5 миль в час. То есть вот так вот. Почему я 13? Ну, не хочу. У меня достаточно времени для этого. То есть вот так вот. Обычно со мной сидит еще тут студент, который записывает все данные. То есть мы собираем все поломки, что происходит, ошибки и совершенствуем. Следующий этап. Сейчас будем создавать миссию или продолжать миссию. И вы сейчас все это увидите. А пока мы дот гоним на центр поля, где я закончил дня 4 назад разбрасывать здесь. Так, все, пока остановимся. Так, ставлю назад, можешь подойти ближе. Сейчас я поснимал название фильтров топливного. Сейчас покажу, как это выглядит. Тут каменцовский двигатель QSL, не, QSB 4.5. Отправил номер масляного фильтра, топливного элемента и воздушного фильтра своим ребятам в колледж, чтобы они заказали на завтра, когда мы привезем на завтра назад в колледж. Вот эти все элементы были, и мы сделаем большое ТО такое, плюс маску, и подготовим на апрель 2022 года. Правильно это делать осенью, а не весной, как некоторые тут канадские фермеры делают. Прикиньте, такого бывает. Так, ну что, следующее. Значит, у меня на данном этапе есть и ноутбук, и таблетка, планшет, где я могу видеть и контролировать дот. Почему я с планшета не работаю сейчас? Потому что, ну, если честно, он чуть-чуть тупит. Из-за чего? Потому что сим-карта вставлена внутри здесь. Из-за этого он лагает на 10-15 минут, то есть задержка идет. То есть эту проблему мы будем устранять этой зимой. Это в этом сезоне такое произошло. Поэтому я установил, на любой компьютер можно установить такую программку для контроля дота. Ну, дота, Omni, да, ничего не переименовали, полностью все. Они перевели всю программную софту на Omni название. Сейчас видно, что мы
Работаем, то есть не работаем, а смотрим наш дэшборд, то есть данные 15 000 оборотов, 1500 оборотов, 84% осталось топлива, 72% деф. Дальше. Что мне надо? Мне надо продолжить миссию будет сделать здесь. Значит, у нас есть UT. Это универсальный терминал, который я контролирую дистанционно. Dot вижу. Вот видно, сколько мы сделали на этом поле. Покрылись последний раз, где-то недельку назад. И мне надо сегодня закончить это все поле, да, там зелененьким, чтобы покрылось. Но это называется Coverage Map, карта покрытия. Вернемся на наше дистанционное управление. Так. Так, я выбираю тут Gen. Это расположение моих кнопочек. То есть все, что на Viper 4 мониторе, плюс которые находятся на доте, я точно так же вижу здесь. Все то же самое. То есть последний раз мы закончили, 72 акра сделали на этом поле. Тут видно, сейчас пока ничего не работает, но норма внесения 120 фунтов на акр, 51,5 это density, плотность этого продукта. Сейчас я повышу наши обороты. Так, вернее, не повышу. Так, у нас осталось 6400 фунтов продукта в разбрасывателе. И сейчас мы поднимем обороты дистанционно. Гидравлика у нас включена, видно. До 21 000. Проверим наш конвейер, как работает, и как работают спиннеры, разбрасыватели. Сейчас я включаю конвейер. И можешь показать вот спиннер. Я включаю. Бонус. Все работает. Отлично. Спиннеры работают. Окно не открыл. Спиннеры работают, разбрасыватели со скоростью 700 оборотов в минуту. Ширина разбрасывания у нас рабочая 80 футов. 16 рабочих виртуальных секций. Вот потом увидите, что, чего и как. Остановились, вернее, даже не остановились. Не можем начать миссию, поскольку кто-то выключил станцию у нас в колледже. РТК-станцию, и у нас нет сигнала. Ждем, пока мой студент включит эту станцию назад. Но это произойдет не так уж скоро. Поэтому гуляем. В общем, получили мы сигнал назад наш. Сказали мне пузо втянуть. Я втянул. И... Так, запись пошла. Сейчас я продолжаю миссию с дотом, отправлю его сейчас работать, поснимаем, ну и будем наблюдать за всякими, я надеюсь, не будет поломок, но вдруг, и поснимаем, покажу. Сейчас отправляем его на оставшиеся части поля, где надо еще поразбрасывать nitrogen. Это закончился у нас азот гранулок. Мы приехали под загрузку. Ну все, мы заправились 15 000 фунтов продукции. Нам достаточно будет 14 500. Ну, на всякий случай 1500, чтобы закончить поле однозначно, чтобы не догружать повторно. Ну и все, отправляем сейчас дот завершать миссию, завершать
разбрасывания. Самое главное, чтобы мы попали в контур нашего поля, который создали раньше. На своем канале я ранее еще показывал когда-то там в прошлом году, как создавать поля. Контуры полей создается это с помощью только вот этого вот трака. Ну, не только этого, а антенны, специальное приспособление. И тогда рисуются контуры полей, в которых работает дот. Все, в принципе, отправляем дот наш на окончание миссии. Насчет ветра, слышно или не слышно, но мы закончили в этом году все полностью с дотом, и сейчас последняя заправка топливом, и завтра отправляем на колледж на зимовку. Мне также надо будет добавить бак топливный, дизель, обычный дизель, и для смазки 80% дизеля, 20% масла синтетического, машинного. Это такая смесь, которая потом используется для смазки чейн этой цепи конвейера. Дот грязный. Так вот выглядит топливная заправка. Она бесплатная? Сейчас пойду повыкачиваю файлы с разбрасывателя джондировского. Покажу, какой тут вот новый купил фермер. Тракторет себе. Кейс. Помощника. 135. Что-то у нас тут. CVX или Puma. А, Максимум. И покажу сворованный Советским Союзом Москвич 407. Ну, это Hudson. Когда-то я уже показывал. Тут вблизи уже покажу. Hudson Superjet. Когда-то у дедушки была такая машина, у моего 407 Москвич. Казалось, такая большая. Пахнет мышами. 30 800 километров пробег. Потом он скручивается по нулям и заново. Вот так вот лайтс. Это эти. Фары так работали. Вайпер. Дворники. Еще что-то. Это пепельница. Такой диван капитальный. Круто. Ткань. Классно. А сзади?
Вау. Тоже пепельница сзади была. Все курили раньше.